Главный финансовый документ Новосибирской области, законопроект о бюджете, сегодня направили в законодательное собрание. Об основных параметрах, статьях и о том, на что планируют потратить деньги из региональной казны, сюжет Андрея Баева. Кропотливая работа сотрудников практически всех областных ведомств и муниципальных образований. Больше 2000 листов. Главный финансовый документ Новосибирской области по-прежнему остается социально направленным. Специалисты оценивают законопроект как сбалансированный. В приоритетах областного бюджета 2020 года обеспечение населения жизненно важными социальными услугами, предоставление жителям мер соцподдержки, государственной поддержки экономики во всех сферах. Кроме выполнения социальных обязательств, в бюджете заложено федеральное софинансирование по всем национальным проектам и крупным госпрограммам Новосибирской области. Итоги формирования бюджета на следующий год из представительства Новосибирской области в Москве прокомментировал министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Новосибирская область участвует практически во всех национальных проектах, и на 2020 год в проект бюджета включено 37 региональных проектов на общий объем финансирования 29 миллиардов рублей. Из них большая часть нацелена на решение задач вложения в человеческий капитал. Это сферы образования, здравоохранения, это тематика демографии, развития культурной среды. Объем ресурсов, который направляется на это направление, составляет 23 миллиарда рублей. И почти 5,5 миллиардов рублей предусматривается на создание комфортной среды для проживания наших граждан. Бюджет еще может измениться. Следующий этап – проведение общественных слушаний и рассмотрение законопроекта областными парламентариями на комитетах и сессиях законодательного собрания. На все коррективы в документе также уже предусмотрен резерв. Главная суть любого бюджета и бюджета Новосибирской области заключается в том, что это должен быть бюджет, прежде всего, согласия и понимания приоритетов и ценностей. Только в этом случае бюджетные расходы будут эффективнее, а соблюдение налоговой дисциплины со стороны наших граждан, предпринимательского сообщества будет намного лучше. По информации регионального Минфина, собственные доходы бюджета Новосибирской области на следующий год составят больше 10 миллиардов рублей. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новости ОТС.